Но по человеческим меркам это уже солидный, зрелый возраст с определенным багажом знаний, опытом, устремленным в будущее. Сегодня мы можем сказать с уверенностью, что наш колледж занимает достойное место среди учебных заведений Республики и Байкальского региона. Мы чествуем наших ветеранов. Колледж один из первых начал работу по созданию специализированного центра компетенции и также один из первых создал условия для проведения новой формы государственной итоговой аттестации, это демонстрационного экзамена по технологиям моды и по парикмахерскому искусству. Спасибо вам за ваш действительно очень важный труд. Для меня большая гордость, что именно на моем округе Республиканский многоуровневый колледж